Ну что, ребяточки, добрый вечер из города Брянска. Зашла я по старой памяти в мое любимое кафе «Идиллия». Как тут уютно, осенними холодными вечерами приходишь посидеть. Красивый интерьер, спокойная такая обстановка дружелюбная. Всем находится свое место, столько столиков, уютные такие вип-зоны. И вообще очень уютно, очень комфортное кафе такое. Вот такая красивая барная здесь стойка. Красиво, видите, как красиво. Бармен красиво такой стоит здесь. Всегда встречает, уютно. Атмосфера вообще отличная. Я не знаю, ну очень уютно. Приходите в Белку, в кафе «Идиллия», на Комсомольская 8. Вы будете приятно поражены. Смотрите, какая красота. Смотрите, такой вот интерьер. Когда-то там я пела в караоке. А здесь вот так хорошо, ступенечки поднимают вверх, банкетный зал. В общем, банкетный зал шикарный, вообще шикарно здесь. Приходите в «Идиллию», приходите с друзьями, приходите просто один, просто посидеть, просто покушать по-домашнему, в такой спокойной атмосфере. Посмотрите, какие здесь интерьеры красивые. Я просто захожу, вы посмотрите, вот, вот уютный такой уголок. Вот даже с детьми вы приходите, да, и дети прям попадают в такую атмосферу. Какого-то добра, домашнего вот уюта. Видите, мишки, игрушки. Все чистенько, все красивенько. Очень вкусненько, необыкновенненько. Вы мне только скажете спасибо, если кто никогда здесь не был и придет однажды сюда. Вы будете все хать постоянно, серьезно. Я вам это обещаю. Смотрите, как красиво все. Смотрите, какая красота. Вот заходишь, ну просто во всем красота. И чисто-чисто, уютно-уютно. Глаз радуется, глядя на все. С вами была я, Лена Летта, из интернета. Леночка Желанкина. Россия, город Брянск.